Сохранили шайбу хозяева льда. Кайл Вуд подключает Паркера Фу, снова Вуд. Передача не прошла, а вот здесь есть момент, и как же не забивает, забивает в итоге Паркер Фу. Я ведь говорил, что гол будет во втором периоде. 1-0, 1-0. Смотрим, как же все это было. Смогли наконец-то хозяева расставиться в зоне, и передача в исполнении Брэндона Ипа. Вот именно она была ключевой. Посмотреть, как он отрезался за двух игроков, бросал низом Паркер Фу. И может быть не сразу, но шайба все-таки нашла путь в ворота, и теперь 1-0.